Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь на нашей передаче «Диалог под часами». Сегодня нашим гостем будет Глеб Александрович Онищенко, литератор. Так что прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Глеб Александрович. Здравствуйте, батюшка. Литератор слишком такое объемное, широкое, как теперь модно говорить, широкоформатное понятие. Вот круг ваших интересов, я знаю, он такой большой, даже касается политики. Может быть, вы немножко поделитесь? Да, я вот себя называю литератор, потому что действительно в самой разной сфере, связанной с литературой, я работал. Начинал я с одной стороны как поэт, потом работал в литературном музее Островского в Костромской губернии, в Щелокове. Потом, вот не так давно у вас выступал Виктор Аксючиц, вы беседовали с ним. Мы в конце 80-х годов создали первый в советскую эпоху, сначала он был самоздатским, литературно-философский журнал русской культуры, русской христианской культуры «Выбор». Сначала он выходил в самоздате, потом уже после перестройки, после известных событий, он выходил уже легально, но и в самоздате он выходил, ну, невиданными, в общем, тогда тиражами до 5000 мы доводили, даже самоздатское издание. Потом уже были гораздо большие тиражи. И... Я помню, мне тоже доводилось его читать. Я был главным редактором этого журнала. Вот весь период его существования начинали мы с Виктором. Потом Виктор Аксючиц больше занимался политикой, а я больше вел журнал. Но нашей задачей была тогда, когда только-только церковь выходила в общественную жизнь, начала выходить, была собрать все творческие силы, которые были в церкви. И, в принципе, это удалось. То есть большинство людей, которые сейчас известны в религиозных кругах, как писатели, философы, религиозные деятели, очень большинство из них начинало печататься в «Выборе». Вот, допустим, знаменитый сейчас миссионер Андрей Кураев, у нас первая публикация была у нас, еще он в семинарии учился, поэтому семинария тогда была, ведь вы помните, не Сергиев Посад, а Загорск, поэтому у него псевдоним был Пригорин. Ну, а сам я работал как литературовед, как публицист. В политику, да, мне пришлось участвовать в политической жизни. Мы создали на базе вот этого журнала «Выбор» первую христианскую партию, Российско-христианское демократическое движение. Я был одним из трех сопредседателей и... был одним из разработчиков закона о свободе совести, первого закона, который дал свободу религии. Ну, а сейчас я уже литератор совершенно в другом плане. Я преподаю в школе литературу, хотя и продолжаю творческую деятельность. Вот полтора года назад у меня вышла книжка, ну, можно сказать, такая очень важная для меня. У меня из всего, что я писал, наиболее важная, называется она «Православие, литература, революция». А вот в силу того, что вы начинали еще во времена советской власти, пусть она уже была такая, ну, близка к своему завершению, но, тем не менее, мне помнится, у вас какие-то были очень серьезные трения. Да. Ну, когда я начинал, она еще довольно сильна была. Это еще при Брежневе и Андропове.
Я перечислял свои работы, связанные с литературой, но 10 лет я работал грузчиком, лифтером, сторожем, кем только не работал. Потому что вот я говорил, что я начинал после Московского университета, я филологический факультет заканчивал. Я работал старшим научным сотрудником музея Островского, а его возглавлял тогда замечательный человек, малоизвестный, сейчас уже покойный, Виктор Николаевич Бочков, который решил создать такой островок свободомыслия и культуры русской. Он сам был генеалог русского дворянства на базе музея. А у нас были достаточно большие финансовые возможности, поскольку это был единственный музей театрального общества. И мы создали шикарную библиотеку. Я у нас, вы помните, в те времена, это середина 70-х годов, достать религиозную и философскую литературу было невозможно. Ну да, только с рук. Потому что да. Официально их не брали, даже букинистические. Да. Была большая проблема. Я, допустим, решил ехать в глушь, в Костромскую губернию, когда узнал, что там в библиотеке есть Яков Беме. Очень хотелось прочитать. Я поехал туда читать Якова Беме. Но там были исключительно сотрудники, выпускники университетов. Но это очень не понравилось КГБ, и нас стали потихонечку вытеснять. Ну, я говорил, что там выпускники университетов, но самый образованный у нас был плотник. У него аж два высших образования было. Институт связи и филфак. Это был такой Константин Бабицкий, один из 8 человек, вышедших в 68-м году на Красную площадь в знак протеста против чешских событий. И вот к нам его никуда не брали на работу после ссылки. А у нас он плотником все-таки работал, у него золотые руки были. И КГБ все объявило там, что там готовится заговор, и нас потихонечку всех вытеснили оттуда. У меня формальная зацепка была, то, что я после института, мы с моим приятелем Олегом Мраморновым не стали вступать, снова продлевать свое пребывание в комсомоле. А правило было такое, что все гуманитарные работы были объявлены идеологическими. Ты не член партии, ты не можешь на идеологической работе работать. И вот после этого начались мытарство, обыски. Я переехал в Москву устроиться. Я не мог, потому что были ножницы такие из-за истории. В Щелокове меня не брали на работу по специальности, а на черные работы меня не брали, потому что у меня высшее образование. И вот приходилось скитаться таким образом. Ну, хотя, понятное дело, мне даже трудно представить, что вы готовите какой-то заговор. Ну, надо сказать, что это неоднократно было. Уже вот мы с Виктором Аксюичным в основном познакомились. У нас формировался такой кружок единомышленников. Территориально это была вот по линии Калуга-Обнинск-Москва. В Калуге жил тогда замечательный человек, Всеволод Катагойщин. Он выпускник Московского архивного, историко-архивного института. Он гораздо старше меня, он мне в отцы годился. Он сейчас тоже умер уже. Он был выдающийся философ, он, к сожалению, мало печатал. В то время нельзя было. Кое-что он уже после перестройки печатал, но даже не в том, дело не в том, что он писал.
он имел колоссальное влияние на окружающих. Он нас всех собрал, мы приезжали туда говорить, читать то, что мы писали. Приезжали на дни, это не какие-то санкционированные собрания были, а просто кто хотел, приезжал, привозил с собой людей, мы обменивались мнениями. Да, естественно, нам нужно было, мы были еще молодые люди, нам нужно было создавать базу, для этого нужны были книги, нужны были знания. У Всеволода была колоссальная библиотека, он собирал... По философии, может быть, лучшая тогда была библиотека. Он собирал отовсюду. Ну, скажем, был такой пример. Ну, вы знаете, когда люди приходят в церковь, у них часто есть такой синдром неофитов, они очень резко обрывают со всем предыдущим. И вот приятель Всеволода по историко-архивному институту, он в свое время был главным хранителем музея Рублева в Андрониковом монастыре, Вадим Кириченко. Он всю... Ну, я его знаю. Знаете, да? Конечно. Вот он всю свою религиозную литературу перевязал веревочками и вынес на лестницу, поставил. Потому что он считал, что раз он пришел к церкви, ему уже философия не нужна. И вот все... Ну, этому есть объяснение, потому что я что-то подобное тоже переживал, потому что, когда, ну, начинаешь Библию читать, она настолько тебя переполняет, что даже Достоевский там кажется пресным. Это прям на несколько лет. Это очень понятно. Да. А у нас было что-то обратное. Я был крещен в детстве, но я не был в молодости, ну, не верующим, не атеистом. Я как бы считал, что этот вопрос позже надо решить. Ну, и атеистическое... Но все-таки он был, этот вопрос. Был, был. У меня было... Обе бабушки были очень верующими. Правда, крестили они меня тайно, когда матушка была... Они прямо для вашего крещения объединились? Да. Да. Ну, это не совсем... Они объединились. Тут вообще история. Я говорю, две бабушки. Одна, на самом деле, мачеха моей матери. А. И они были вражде друг с другом, а для этого объединились. Ну, тут очень интересно. И тайком меня крестили. Матушка узнала через год только. Но вопрос для меня, ну, вот стоял как-то нерешенный. И вот именно когда я стал читать религиозную философию, у меня путь в церковь шел именно через это. То есть сначала была философия, а потом я пришел в церковь. Я говорю, что не верующим был. Скорее, я верующим был, но, конечно, совершенно не церковным человеком. То, что называется, ну, если... правильную философскую терминологию, идеалистом. То есть я считал, что высшая сила есть, но она не персонализирована для меня была. Ну да, такие интуиции. Да, вас посещали. Вот что-то, ну как вообще идеалистами большинство людей, которые даже считают себя неверующими, они идеалисты. Они, большинство из них говорят, ну что-то такое там есть. Ну да. Или надо во что-то верить. Или надо во что-то верить. Я всегда говорю, зачем во что-то, когда можно верить в Пресвятую Троицу. А из философов кто вам в то время был ближе? Вот кто вас больше всего увлек? В то время больше всего Бердяев. Бердяев. То есть Бердяев, может быть, на втором месте. Федоров. Федоров все-таки он такой все-таки фантастичный человек. Фантастичный, хотя пишет, но, он потрясающий, конечно. Но нравственный импульс, который у него, от него идет, он на меня очень сильно воздействовал. Я никогда не был поклонником воскрешения мертвых вот в таком физическом плане. Но это у него последователей нет, насколько мне известно. Ну, все-таки это более-менее все пронизывает. Но вот нравственный импульс, который идет от Федора, он на меня очень повлиял.
И вот я возвращаюсь к теме, с которой начал. Мы читали эту литературу, читали то, что издано на Западе, сам издат. И опять-таки это все стало поводом, чтобы объявить, что существует заговор. У нас начались аресты, обыски. Нас четверо человек из нашей компании прошли через суд. Теория, вот этот заговор, вы говорите, что вот я не похож на тех, кто участвует. Ну, ваше мнение разделял даже Андропов. Мне... Вот видите как? Да. Это мне льстит. Нет, ну мы сейчас с ним примерно в одном возрасте. Это, наверное, с этим связано. Может быть. Ну, я приблизительно тоже этого возраста. Ну, мы о вас говорим как о человеке молодом. Ну, да. Просто когда уже все это дело закончилось, у меня случайно, я шел по улице, остановилась машина, и там оказался бывший следователь КГБ, он предложил мне проехать с ним поговорить, и он сказал, что эта история закончилась, что вот это все дело наше положение, там все было хорошо обставлено, один из наших знакомых раньше служил во флоте, ну и проектировалось, что заговор во главе морской офицер стоит. Ну, это, видимо, провинциальные сотрудники. Это провинциальные. Вот, еще прописанные духом 30-х годов. Да. Такую состряпали вот когда... драматургию. И когда это легло на стол к Андропову, якобы он сказал, что давайте с этим не связываться. И все спустили на тормоза. Но, тем не менее... Вот этот самый морской офицер Дмитрий Марков, он 33 года отсидел в Якутии. У нас шли бесконечные обыски, аресты, так что все это было, все это мы прошли. Но все вылилось в то, что в конце концов мы дожили как-то до перестройки и смогли делать свое дело, вот мы... смогли печатать то, что мы хотим, издавать то, что мы хотим. Мы... А сейчас это продолжается? Вы все, что из-под пера выходит, удается издавать? В общем, далеко не все. И я, собственно, привык писать в стол. Я мало интересуюсь тем, можно это напечатать или нет. Ну, в интернете теперь можно. Ну, теперь можно в интернете. И вот... Как бы такую проблему теперь... Можно мебель не покупать, если стол забит. Просто переносить на другие носители. Такая тавтология. Да. Да, в интернете все можно. И есть у нас замысел... Много лет спустя, как раз начиная с следующего года, мы хотим выбор возобновить как интернет-версию. Да, вот это было бы интересно. Потому что вот столько времени прошло, а вот эта ниша, которую мы занимали, да, оказалась не заполненной. Абсолютно. И судя по тому, что тоже появляется в интернете по разному поводу, запросы-то есть. Людям это нужно, людям интересно. Ну и потом все-таки это уж такой бренд, ну, нашим, так сказать, вот нашему поколению это все памятно. Все-таки мы не все еще умерли. Я думаю, что как раз вот в это время, ну, последний шанс для воскрешения этого издания. Да, вот мы недавно, месяц назад собрались, Виктор Аксюч, Лев Ригельсон, я, Олег Мраморнов, и обсуждали это. Вот мы хотим уже к январю первый номер выпустить. Тут речь идет о том, что не только то, что вот у нас ностальгии, что вот был такой журнал, и что бренд в определенных кругах известный. А просто время ответственное. Сейчас время вроде бы тихое. Ну-ка, расскажите, какое это время тихое и в то же время ответственное.
Вот это, что вы по этому поводу думаете? А у него есть свое название. Оно называется «Эпоха безвременья». Ну, так. Я, собственно, начинал, вот откуда возникло название «Выбор». Я написал статью «Выбор», где рассматривал цикличность русской истории. Ведь мы все время пользуемся понятием «век», «60-е годы», «начало века». Но ведь это не только для удобства нашего создано. Ведь деление на время цикличное создано раньше, чем человек. Бог создал в четвертый день деление на сутки, на периоды. И вот я рассмотрел с этой точки зрения русскую историю и увидел, что более или менее всегда происходит в каждом веке на определенный период приходятся приблизительно те же самые процессы. В начале века более или менее страна совершает выбор, по какой дороге идти. Какое-то время идет, потом приостанавливается. Это приблизительно 30-е и 40-е годы, как правило. В середине века происходит существенная поправка. К концу века начинается период безвременья. Но вот если... Ну, у нас сейчас не конец века, а уж... А смещения бывают. Небольшие смещения. Я попытаюсь объяснить, как мне представляется, с чем это связано. То есть, если говорить, там, скажем, 17-й, 18-й, 19-й век, там это четко прослеживается. Там сначала в начале 17 века смута, выбор, который совершают Минин и Пожарский. В середине века уже царствование Алексея Михайловича, когда этот выбор утверждается каким-то образом. 18 век, революция Петра в начале, в середине Екатерина, которая, ну, несколько изменяет этот путь. В 19 веке война 12 года, восстание декабристов в начале и Александр Освободитель в середине, корректировка. Вот в конце 19 века, вот впервые термин «эпоха безвременья», он применен к концу 19 века, это вот чеховская эпоха приблизительно. Что это такое? Вот Чехов писал, один из героев у него говорит, каждое чувство, каждое мнение во мне живут особняком. Нет ничего-то, мои мнения о театре, о музыке, об учениках, они разрознены, нет чего-то общего, нет идеи или Бога живого человека. А если нет этого, говорит герой Чехова, то ничего нет. Достаточно легкого насморка, чтобы испугаться жизни. Потом наступает выбор, который совершается в 17-м году, ну и так далее, с 20-м веком, понятно. У нас просто революция наша 21 века в России произошла немножко раньше. Просто она произошла в 91-93 годах. Чуть-чуть от того сместилось. Но обычно после революционных изменений следует необычайный духовный подъем. После 91 года, как я был непосредственным участником событий, я был в Белом доме, ну, в какой-то степени защищал его и в 91 году, и в 93. А от кого? От танков. О, интересно. Которые были и тогда, и в первый момент. И как, успешно? И в другой. В первый успешно, потому что я считал... Но пасаран? Я считал, что тогда в какой-то степени задача моей жизни даже и выполнена, потому что я видел
самым страшным явлением современности. Это коммунизм. Я считал, что это сила, направленная против Бога и против человека. И считал, что только личным сопротивлением этой силе ее можно победить нравственно. Вот я не подчиняюсь и не подчиняюсь, как говорил Солженицын, жить не по лжи. Вот тогда это было нашим лозунгом. И сила эта рухнула. Сама? Нет. Потому что на самом деле все мы нравственно сопротивлялись. Сначала с 17-го года... Вы знаете, все-таки в начале, когда коммунизм устроил торжественное шествие по стране, то сопротивление было гораздо больше и во всех слоях. А тут исключительно даже не слой, а какая-то тончайшая пленочка людей, как правило, с высшим образованием, сопротивлялась, так внутренне причем. Поэтому вот речь может только, конечно, идти, ну, в крайнем случае, о десятках. Вот я, например, сейчас ощущаю сопротивление тому, что у нас происходит, так сказать, на дворе, гораздо больше, внутреннее, такое нравственное. Я думаю, что оно гораздо более внешнее сейчас. Тогда было гораздо более глубоким. И то, что говорите, что это было сравнительно немного людей, да, как социальная сила, это ничто. Это вообще ничего не значило. А вот что касается, как это выглядит все перед Богом, когда ты знаешь, что от тебя зависит. Вот ты видишь, что это зло. И от тебя зависит, чтобы его не было. Физически ты ничего не можешь делать. Но объявляя, что ты человек, который этому не подчиняешься, они знают, сколько это весит. Но тогда вы же еще не были религиозным человеком. Нет, тогда уже был. Уже был. Конечно, тогда уже был. Уже в институте. Я регулярно ходил в церковь. Ну, я не могу сказать... А если не секрет, какой ваш был приход? Мой приход был сначала вот во Владыкине. Во Владыкине? Да. А потом я был духовным отцом отца, сыном отца Дмитрия Дудко. И я, приходом у меня было, ну, Гребнево сначала, потом Виноградово. Виноградово. Угу. Ясно. Как мы все были рядом. Как да. Интересно. Да, вот, так что так. Нет, тогда я был верующим человеком. Я имею в виду, что вот в школе, в школьные годы я не решал для себя вопрос. А уже в институте... А с Осиповым вы как-то общались? Да, но уже не тогда, когда Володя вечи издавал. Да. Тогда, ну, у нас возрастная разница была. А когда уже моя деятельность началась, Володя в лагере был в этот момент. А вот потом уже, когда мы издавали «Выбор», мы тесно сотрудничали с Володей, и я его безмерно уважаю, как человека, очень много сделавшего в те годы. Вот. Но если позволите, я продолжу про эту самую эпоху безвременья. То есть так, вы считаете, что сейчас у нас эпоха безвременья? Да. И вот когда наступил коммунизм пал, вот этот подъем, который наступает после революционных потрясений, он был. Дело в том, что вот эта революция, когда коммунизм пал, она в сознании масс не могла выработать новых идеалов. Она была не за что-то, а против чего-то. И вот когда этого чего-то не стало советской власти, мы оказались снова без идеалов. И... Ну, с другой стороны, ведь
Ну, я не знаю, как для вас, но для меня никогда никаких идеалов не содержала советская власть вообще. А что для вас то, что декларировалось, было каким-то идеалом? Нет. Нет, нет, нет. Я, значит, нескладно объяснил. Ну, давайте сначала тогда. Нет. Я хочу понять. Это не было никаким идеалом. Я говорю, что когда... Обычно это было идеалами для многих людей в 17-м году. Для даже, я бы сказал, попозже. Потому что людей, которые рассматривали это как идеалы, все-таки были тоже единицы. А для большинства это было, как Платонов гениально сказал, предрассудок Карла Маркса и народный самогон. Ну да, чуть-чуть попозже. Чуть попозже на это стало идеалом. Скорее, вот в конце 20-х годов что-то это выкристаллизовалось. Вот, ну, даже в начале 20-х, я бы сказал. Ну, тогда только гражданская война. Вот еще этот пафос был. Мы за все лучшее, за все хорошее. Да, это официальный пафос. За справедливость. Народ, он этот пафос не принимал. Ну, я думаю, что... Ну, не будем спорить на эту еще тему. Не хватало. Мне кажется, что все-таки он был тогда, судя по всему. По крайней мере, уж к середине 20-х годов. Ну, скажем, по вашему ощущению. По моему меня ощущению, это вполне устраивает. Он действительно был. К эпохе, когда коммунизм пал, к 91-му году, конечно, никаких идеалов не было. Но я говорю, во имя чего... шли все преобразования, революция, как ее гениально, на мой взгляд, Говорухин назвал, криминальной революцией. Это действительно была такая антигосударственная революция. Вместе с коммунизмом разрушали государство, и дать импульсы духовного развития это все просто не могло. Очень быстро заглохло. Новые идеалы не народились, и наступила эта эпоха безвременья. Вот смотрите, допустим, ну вот я литератор. К чему стремилась все время литература русская? Она всегда жила под цензурой. Она всегда страдала и говорила, что ей нужна свобода. Ну, может быть, не вся. Допустим, поздний Пушкин вполне приветствовал цензуру. Говорил, что и мало горе мне, спокойно ли... Свободна ли печать или чуткая цензура в журнальных выпадах стесняет балагура. Так вот, цензура исчезла. Литература стала свободной. Что она родила? Что родилось после 91-го года во всех областях? Хотите образ? Да. Высшее достижение художественного творчества вообще русского, это считается Троица Андрея Рублева. А время гнет татаро-монгольского ига. И второй. Чтобы заквасить капусту, ее кладут под гнет. Тогда она будет вкусна. Та же литература. Без гнета она никогда не приобретет такого качества, которое приобретает литература под гнетом. Это вот, по моему ощущению, это совершенно необходимое условие. Никогда таких пронзительных вещей не родится, такой концентрации. Поэтому вот эта свобода, о которой мечтает обычно творческий человек, когда раскрывается вот эта возможность, весь пар мгновенно уходит в гудок. А когда есть очень маленькое отверстие, там возникает удивительное давление. И вот эта струя, она доходит до края небес и творит чудеса. Я согласен. Согласен с вами. Хорошо. Но что же, отче, вы думаете, что если завтра ввести цензуру, у нас сразу Троицу нарисуют? Нет, конечно, не сразу. Но потом, ведь есть вещи, которые недостижимы.
никогда уже живопись не достигнет уровня Вермеера дельфского или там Веласкеса. Это невозможно в принципе. Ну, также, да. А уж в иконописи это, ну, есть предел. Как вот литургия Иоанна Златоустова, уже церковь остановилась в этом смысле, ну, да, в творчестве. Потому, ну, что, говорит, вот больше невозможно. И уже, слава Богу, более 1500 лет мы совершаем именно по этим божественным текстам. Нет, очень важные вещи есть в том, что вы говорите. Но даже и не высшие образцы, если брать. И Фет не родится, и там Писемский не родится, если цензура завтра будет. Потому что сейчас... Ну, я причем... Нет, я думаю, что Писемский, во всяком случае, такого уровня мыслитель, он может родиться. Но художник просто... не родится. Как... Как, ну, художник Писемский, я не знаю. Вот. А как Фет, конечно. Но потому что тут нужна, ну, целая все-таки атмосфера. Это должна быть такая вот внутренняя школа. А, да. Сейчас, но... ну, что-то подлинно глубокое может родить. Но не благодаря какому-то искусственному созданию цензуры. Да. Я даже иногда думаю, что все противники цензуры... такие вот ярые, они просто хотят уничтожения художественного творчества. Вот я подозреваю. Вполне возможно. Что все превратить в некую такую, ну, ежесекундную журналистику, цена которой вот бумага на рулонах. Знаете, вот такая есть, мягкая такая. Но... Мне представляется, что я вижу путь. И так вот, наступила вот эта эпоха безвремения, а она очень важна. Именно в эти эпохи ничего такого особенного не происходит, но именно в это время вырабатывается путь на будущее. Зреют те силы, которые развернутся в будущем. И если общество развивается более или менее в эти эпохи спокойно, то оно находит какие-то пути для дальнейшего развития. Это неброский, сложный процесс. И, как мне представляется, вот он сейчас идет, и не от того, что цензура появится или не появится, восстановится русская культура. А мне кажется, перед ней стоит колоссальная задача сейчас. Сейчас особое время, мы не всегда это осознаем, в смысле культурном. Я культуру имею в виду в широком смысле, не только там, музыку или живопись, литературу, а как вообще духовную деятельность человечества. Химию, автомобилестроение. Ну, отчасти и да, это все... Хорошо, понятно. Это все продукты культуры, так или иначе, хотя, ну, в определенном смысле прикладные, приспособленные для обслуживания материального мира, большей частью. Так вот, русская культура развивалась под гнетом даже не столько из-за цензуры, сколько из-за того, что произошел очень тяжелый в России процесс. Шел очень тяжелый процесс. Начался он давно, в Петровскую эпоху, когда Петр решил в один момент создать новую культуру по западному образцу. А мы жили совершенно по-другому. Вот, ну, мне ближе говорить о литературе, то, что происходило в литературе. В Древней Руси литература, как любое искусство, были неотрывны от церкви. Литература, живопись, музыка – все было, выходило из монастырей. Монастырь в одинаковом смысле обслуживал в культурном смысле и общество, и отдельного человека, там, и в религиозном смысле, и культуру давал обществу. И задача литературы формулировалась, ну, скажем, если очень примитивно говорить, объяснить мир с христианской точки зрения, дать историю мира с христианской точки зрения, это обществу, и человеку
указать путь к спасению души. Вот эти три задачи она выполняла. Никакого функции развлечения не было. Почему литература, практически вся Древней Руси, мы чисто случайно знаем там летописца Нестора, но просто случайно ими попала. Она вся была анонимная, потому что она шла от лица церкви, шла от лица монастырей и церкви целиком. Когда Петр поставил перед Россией задачу создать новую культуру, она очень быстро была создана. И она начала выполнять совершенно другие функции. Во-первых, она должна была помогать государству кристаллизовать идеи определенные, прежде всего социальные. Во-вторых, служить областью развлечений, чего раньше никогда не было. Ну, отчасти вот в Древней Руси это фольклор выполнял. Там развлекательная часть была. Сказки, былины, прочее. Литература пошла по этому пути, но очень быстро выяснилось, что внешне-то она приняла вот эти формы, а внутренне она осталась той же, которая была раньше. Вот эта пуповина, есть такой эффект неразорванной пуповины, сказался. Она прежде всего ставила перед собой цель служить истине. И трагедия, трагизм русской литературы. Вот каждый русский писатель, творчество его трагично, он трагически звучит. Одна из главных причин, что он принял вот эту вот внешнюю форму, темы, формы западной литературы. А устремление было совсем другое, вот то прежнее – идти к истине. Да мало того, что искусство стало другим. С петровских времен церковь была отделена от культуры и от общества. То есть это вот был более-менее самостоятельный мир, а культура развивалась своим путем. И в какой-то степени она взяла на себя отчасти и миссию церкви, потому что она была раньше-то с ней связана неразрывно. В том смысле, что искать истину и указывать людям путь истины. А поскольку и общество, начиная с XVIII века, очень во многом отрывалось от церкви, невозможно представить, скажем, в синодальный период такой центр, какой был в Киевской Руси Киево-Печерский монастырь, куда там все тянулись, все знали, куда тянулись в XIX веке верующие. Скит, старцы, которые отдельно жили, да, собирались монастыри вокруг них, но такого решающего влияния на жизнь общества они имели все меньше и меньше. А вот литература имела огромное влияние. Нет, ну тут общество, если брать ну, тот слой, который именует себя просвещенным, то да. Да. Та самая голова, откуда обычно гниение. Конечно. Начинается. Но основная толща народу, а это вот даже в начале 20-го было 84% населения. Они жили церковной жизнью и даже поддерживали каноническое иконописание, и, в общем, конечно. Хотя им, ну, помещики предлагали строительство новых храмов там в стиле сначала нарышкинского барокко, потом ампир, потом и классицизм в то же время, но тем не менее вот вся внутренняя жизнь она оставалась такая, и даже церковно-приходские школы, когда покрыли всю империю, она тоже была в руках церкви. Все начальное образование. А тут скорее произошел вот этот разрыв внутри. Конечно. Между вот конечно, теми, кто книжки нет, я об читает, этом, конечно. И всеми остальными. Но те, кто книжки читают,
они-то и говорили от лица общества. Они, ну, понятно. В том-то и дело, они озвучивали это все. Они до сих пор считают, конечно, как бы, конечно, за собой чувствуют некое право. Безусловно. Говорить от имени вообще народа. Хотя это, ну, просто не так. Конечно. Безусловно, я полностью с вами согласен. И, но самое-то главное, даже не в том, что говорит образованная часть общества, а в том, что вот этот разрыв весь произошел между народом и образованной частью общества, между церковью и культурой. И бессмысленно выяснять, где там лучше, в какой из этих частей. Ну, это просто данности, что значит лучше. Нет, это я говорю, Бог. Кто лучше, там народ или образованная часть, где больше я понимаю, истины. Да. Вот Достоевский замечательно отвечал на этот вопрос, когда его по другому поводу спрашивали, вот говорили, образованное общество и народ. В ком больше истины? В народе или в образованной части общества? Глупый вопрос. Вы разрежьте человека пополам и спросите, где больше жизни, в голове или в ногах. Вот так и с обществом происходит. А сейчас, на мой взгляд, почему я считаю нынешнее время очень важное, почему я вот с большим оптимизмом смотрю, что первый раз за 3 века нам предоставилась прямая возможность устранить этот разрыв, способствовать к тому, к воссоединению тому, что было изначально воссоединено, воссоединению церкви и культуры. Для этого есть колоссальные предпосылки, на мой взгляд. Во-первых, на церковь нет, кто бы там что ни говорил, нет такого сильного внешнего давления со стороны государства и так далее, церковь может развиваться. А во-вторых, отношение к церкви в обществе, даже среди неверующих, изменилось, и, ну, надо посмотреть там, как в целом реагируют на какие-то там выступления патриарха и так далее. Но никто... Крайне негативно меньшая часть общества реагирует. То есть тоже положительная обстановка создается. А самое главное, то, что еще в то время, когда мы с вами были молодыми, начался процесс воцерковления интеллектуальной части общества. Образованные люди пошли в церковь. Это тяжелый процесс. Они не становились сразу, не становились сразу церковными людьми, мы становились теми самыми неофитами со всеми искажениями, которые были. Ну, по правилам неофит 10 лет вообще. Да. Так что тут... Я думаю, что он даже дольше немножко у нас шел. Ну, бывает этот, и больше. Дольше этот процесс. Сейчас, я думаю, что он в определенном смысле такой неофитский период закончился, и вот эти интеллектуальные силы пришли в церковь. Ждать от них сразу результатов, что вот завтра они, или даже как любили все революционеры говорить, у них всегда срок был такой 20 лет, через 20 лет что-то такое замечательное наступит. Первый раз вот декабристы сказали, когда они создавали союз благоденствия, они сказали, вот 20 лет мы работаем, через 20 лет будет благоденствие России. Не знаю уж, насколько осознанно знал ли Хрущев, что говорили декабристы, но, по крайней мере, он объявил, что коммунизм будет через 20 лет. Я помню, маленьким мальчиком бегал и смущал всех... У нас в бараке спрашивал всех, когда мы узнаем, когда будет коммунизм, объявят ли по радио. Вот. Нет, это не будет так быстро. Я в школе говорил, что распустят коммунистическую партию. Он говорит, ну а еще какой-нибудь признак коммунизма?
Я говорю, распустят коммунистическую партию. Страшно злился наш историк. Но это, говорит, да, но почему на этом делаешь акцент? Значит, вы так рано осознавали. Мне понравилось, да. Что вот уже, так сказать, она выполнила свою историческую функцию. Да, так вот. Ну, а как вы думаете, будет ли это вообще использовано, это время? Думаю, что да. Думаю, что да. Вы действительно такой романтик, прям замечательно. Да нет, я православный христианин. Я верю. К вам пригляделся, но вы точно идеалист. Я в Бога верю. Я верю, что Бог России пошлет за все страдания. Ну, за все, стороны, и мы поработаем на это. Я хотел, вот мне тут, пока мы беседовали, пришла такая еще мысль, что гнет, он бывает не только цензурный, а он бывает гнет от обстоятельств. Например, война или недород, или нашествие иноплеменных. Вот у нас, ну как тут... Большинство нашего народа ощущает сейчас гнет от иноплеменных. Вы это согласны с этим? Да, конечно. Реально. И вот это тоже, это посерьезнее, чем цензура. То есть захватывает не только пишущих, но и вообще живущих. Но и потом мы же вымираем. Это медицинский факт. Вот это меня не очень смущает, батюшка, как ни странно. Да? Да. Я слышу все эти разговоры, нация вымирает, такой-то процесс рождаемости. Я не думаю, что важно, сколько людей рождается. Я думаю, что важнее всего, какие они рождаются. Это же нет такой закономерности, что если рождается там много миллионов, то из них обязательно... несколько будет одухотворенных личностей. Это понятно. Но если вот какие-то взять грубые формы, например, большая страна, понятное дело, что у нее большой спорт. Большая наука, большое количество лауреатов Нобелевской премии. Большая культура, большое количество поэтов. И так далее. Вот для многих стран, ну, один писатель на 200 лет, и, в общем, это вполне достаточно, все знают, все творчество изучено, музей и так далее. А у нас столько писателей, что мы не можем даже их усадьбы сохранить. Я не думаю, что есть прямо такая закономерность. Вот она как бы явная. Вот да Китай сейчас... вышел на орбиту, и вот все Олимпийские игры, они уже, так сказать, раньше мы даже не слышали, что Китай как-то может в этом участвовать. Ну и также в науке. Китайцы учатся как звери, осваивают все. И европейскую музыку, и литературу, и поэзию, и все, что хотите. Я уж не говорю про физику с математикой. Ну, я не думаю, что большая Кения... дает больше писателей, чем маленькая Норвегия. Тут не думаю, что так количественно это связано. И для меня важнее всего, какие будут, чтобы рождались люди-носители, которые смогли бы нести русскую культуру, а не количественно. Ну, будет миллион русских рождаться. Так теперь даже в паспорте не пишут русский. Если у него не будет русского духа и русской культуры, мы его не опознаем как русского. Ну, во время Петра I паспортов не было, а русские рождались все равно. Это, в общем, дело такое. Паспорт-то. Иван Охлобыстин вообще придумал. Говорит, идешь на паспорт сфотографироваться, сделай себе сюда лейбл, напиши «русский», и у тебя отпечатается, если тебе не так... Не пропустит. Почему? Ну, у меня пиджак такой. Пропустит. Так вот, для того, чтобы рождались те люди, которые могут творить русскую культуру, опять-таки говорю, в широком смысле, не писатели, а поэты все, мы должны создать
выбрать. Время выбора для России будет очень, если вот все эти расчеты, о которых я говорил, очень немного времени осталось, когда этот выбор наступит. И выбрать, способствовать выбору пути, а я говорю, что для меня этот выбор совершенно очевиден, что главная задача – это воссоединение культуры и церкви. Когда я вот говорил вначале о чеховском мировосприятии человека без времени, когда все порознь. Ведь сейчас это у нас у всех главенствует. Даже и у православных. Большинство православных где православные? В храме. В своих воззрениях на мир вообще они как бы живут в другом мире. Они не смотрят, как православные там на свою работу программистом, на театр, там еще на что-то. То есть это вот отдельное место есть, но максимум на быт переносит. А вот когда религиозное создание станет доминантой, по крайней мере, у тех людей, которые творят культуру активно, вот тогда это воссоединение культуры и религии произойти может. Да, возможно, я романтик, но я считаю, что, по крайней мере, без веры в то, что это осуществимо, я романтичен, я вот вначале говорил, что я романтически верил, чисто романтически, что коммунизм падет. Он пал при мне. Ну, дай бог, чтобы вторая часть сбылась. Как вы считаете? Может быть, не скоро. Как говорил еще один поэт, жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Но, может быть, случится так же, как и с коммунизмом? Может быть. Может быть, я уже один раз научен, боюсь зарекаться. Вот давайте на этой оптимистической ноте. И давайте закончим. Молиться за это. Да, хорошо. Ну, а, дорогие братья и сестры, так что романтизм и идеализм – это вещь очень полезная для души. Всего вам доброго, до свидания.